здесь будет ошибка. Чуть-чуть спина назад. Чуть-чуть. Нет. Вот, раскрыть. Во. То есть то, что ты здесь пошла вниз, опять ты ныряешь. Через себя вернись. И через себя. Я тогда назад. Вернись в себя, это вот в этом самом. Давай вот этот, который отстроили, вот этот по себе вернись. У тебя была четкость здесь. И ты по нему идешь, по себе. Не ныряешь сюда, а по себе проходишь. И в том числе, если ты включаешь ладони закрытие, да, вот ладони. Угу. Видишь, вот этот. Хоп. Это должно быть, видишь, вот здесь. Пошла. По этой самой части внизу. Вот. Локти. Давай, так вот. Сейчас секундочку подстроим. Вот он, видишь? Вот, ощущение твоего центра. Видишь? Угу. То есть центр на самом деле в тебе, который позволяет тебе повернуть. Здесь у нас условно это второй центр, который мы работаем. Все равно ты в поворотной части работаешь с центром. То есть здесь у тебя первое, то, что было сюда, угу. А второе сошло на этот вариант. Таким образом, получается вот это. Тема. И когда ты идешь вот этот момент, видишь, до закрытия, хоп, опять видишь вперед. А тебе нужно вот понять. Угу. Вот оно. По ощущениям. Хоп. Тогда получается, что если здесь я иду, видишь, ты опять вперед. Вот оно. Тебе. Если я соскакиваю, оно проходит по тебе. От себя. Угу. От себя. Тогда у тебя получаются эти большие движения. И где, видишь, нахожусь? Я между. То есть если я здесь выхожу, бычку убирай, потому что у тебя спокойно есть вот это понимание, которое держится на внутренней части. Mm-hmm. Опять здесь, на этом, на этом. То есть мы все время на вот этих частях работаем. Здесь раскрываешь этот. Вот. Вставляем. Оп. Так. Отсюда сначала. Mm-hmm. Вот то, что говорили на этом, на эти, видишь, оп, у меня есть, вот. То есть она фактически тебе не мешает это сработать. Да, у тебя работает локоть и плечо. Видишь, плечо дальше назад, а локоть вперед. Нет, сюда, плечо сюда. Оп, видишь, все. Даже если я при этой ситуации хочу обходить, у тебя контроль по плечу, вот это состояние. Mm-hmm. И это, на это самое, не сбрасываю через себя. Локоть доводится, слышишь? Хоп, доводишь. Угу. Ага. Ага. Вот пальцы, только, видишь, этими ладонями, кистями. А чтобы кисть здесь не ушел локоть, вот у меня весь это понять, прижать их к себе. То есть подкрепление локтя. Ага. Подкрепление локтя. Подкрепление локтя. Угу. Локоть подкрепляет. Кисть. Угу. Еще на кисти. Пальцы внутри. Ага. Вот.
первую очередь встройка в кисти. Видишь, вот этот там. Второй момент, ты его можешь оттягивать уже, работать. Вот. Спокойнее. Вот, все, она уже работает. То есть здесь. Угу. И уже это самое. Не нужно выйти сюда, потому что я здесь услышал, вот, например, видишь, я могу дойти. Если просто ты отвернул, все. Здесь контроль есть, видишь, на этой. Все. Хорошо. Здесь опять. Видишь? А нужно за ним. За ним вернула. Даже если пошло спокойно, хоп, плечо здесь пошло, держит на низкую часть. Поэтому не говорю, что ты с ней работаешь, с низкой частью. В первом же варианте, как его здесь идет, почему бы. То есть на это, да? Здесь вот я разворачиваю, все. Опять идет. Вот, все, спокойнее. Ты между собой, видишь, все. Он тебе позволяет этот. Тему. То есть я за счет того, что туда направил, мне тяжело обойти. Спокойно, на этом. У тебя должен быть локоть свободный, но сразу же будет идти. Правильно. Сразу. Раз. Опа. Есть. Тогда она здесь и есть. Вот это, видишь, это не там, это рамка. Вот ты ставила. Туда, видишь? То есть ты ставила локти сюда, а не просто их рука сдула. Это неверно. Вот, ты их ставила сюда, видишь, как кисть. Вот она.
туда сразу. И можешь еще имя же, вот, тогда он идет как круговой, то есть локоть как продолжение, видишь, здесь тоже работает. То же самое, когда здесь вставила, тебе позволяет и раскрывать на эту тему. Соответственно, даже если ты пошла локтем, видишь, у нее должна быть сильная тема здесь одновременно. То есть за счет того, что локоть вот пошел, а он вставляется в эту, тогда получается фан. То есть я, допустим, атакую, видишь, ты спокойно вставляешь фан. Видишь, вот он. Понятно? То есть ты можешь снять, который идет атака, фан. Оп. Или ты ее можешь вот, сбить. То есть, типа, надо. Она пошла, ты сбиваешь, оп, то есть, и на этой теме плечи тогда спокойнее. Соответственно, тогда, то, что мы показываем здесь, есть этот, да, сбив. Здесь вот тоже сбив. Фактически ты можешь идти тем, что на вот этом же варианте сбивать не только здесь этим движением, вот он, да? Или вот, но и этим. Да. Оно как раз и работает, то, что банк используется, как раз в этой части, когда идет. Здесь как раз есть туда, что на этот торг. Да? Только это как раз то, что у тебя было освобождение для всего делают в плечах. Если сделал освобождение, оп, вот он, ставка. Все, идет туда. Ты свободно двигаться. Если ты просто сюда этот тянешь, да, получается, вот, даешь вариант с этой работы. Как только ты освободилась, у тебя еще есть ход на этом движении, получается произвольно. Что здесь грубо. Вот он идет в удар. Также здесь ты можешь провалить вниз. Да, да. Собственно, не надо. Вот, видишь, выбивает. Тоже из того, что ты работаешь на внутренней. Давай раскрыла, раскрыла вниз. Или здесь, или продолжаешь на вот этим же движении. Оп. То же самое, когда у тебя на этом раскрываешь, вот оно. Только освобождение ты можешь делать. Thank you.
тепло напряжать. Это же свобода. Здесь была ошибка. Стоял. Оп. Вот этот. Видишь? Снега. Ага. Вниз. 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 А это туда пробивает совсем. Вот он. А если нужно снова его взять в бан, и хоп, оттягиваешь. Нет, вот здесь оттягиваешь к себе. Вот он. То, что ты работаешь на этом самом, да, как от себя. От себя и приходишь к себе. То есть тогда у тебя получается внешняя структура, с кем ты начинаешь работать. Как-то совсем танец живота получается. Я тебе скажу, что это будет круто. Но пока что, ну, не будет этот слив, типа. Ты скажешь, что у меня женщина. Да. А что ты? У тебя разница, он скажет, что это типа самодеятельность. Какая разница? Скажи. Главное, чтобы не клюет. У нас с тобой пару минут. Вспоминаешь, что здесь, чтобы не было этого самого, ты выходишь четко, видишь, как этот самый клуб, ну у нас этот, да, вот, да, то есть это вот это, вот это. Поэтому здесь, когда тут мама, сорвай, пошел, четко, или там, или это самое, ты выходишь в этот, вот, позицию, видишь, блок. То есть это удар, который с ладони находится в этой части. Если ты вдруг хапнул, снова пошло, вот, в него. У тебя есть 108, когда ты поворачиваешь вот те. Раз, два, три, набираешь. Вот. Как раз это и есть эти темы, которые ты набираешь. А это не есть, что здесь хоп, сошло, пошло, вот, видишь? Ага. И тут же, если надо, фан, потому что ты разделяешь, входишь прямо сюда же, с тем же самым ударом, тогда уже, ну, будет, может быть, видишь, работа
с этими делами. Поэтому здесь тоже, опять же, плечо вниз, видишь, должно быть. И тогда твой удар, он будет сильный. На плече вверх ничего не делаешь. На нем ты, вот он, оп. То есть ты фактически создаешь вот это движение. Ну ладно, да. Хорошо.